На территории вашего муниципального района ключевым учреждением, ключевой медицинской организацией является государственное учреждение здравоохранения Балаховская городская клиническая больница. Теперь это учреждение третьего уровня. Это многопрофильная больница, которая у нас очень хорошо развивается, которая осваивает новые методики лечения, которая открывает новые отделения. Вы знаете, что у вас теперь на базе первичное сосудистое отделение действует в этой больнице, и работает оно как межрайцентр. Серьезная организация, серьезные деньги вливаются в оборудование, в ремонты, для того, чтобы больница соответствовала. Я буквально полтора месяца назад участвовала в обходе на вашей территории помощником федерального министра Скворцовой Вероники Игоревны в вашей больнице, и могу сказать, что она была, не сказать удивлена, но достаточно положительные были эмоции от посещения этого лечебного учреждения. Несмотря на то, что мы приехали уже достаточно поздно вечером, все равно сделали обход, пообщались с пациентами в палатах, причем она заходила без нас, чтобы не было какого-то давления, чтобы никто не стоял, так скажем, над душой, и спокойно была возможность пообщаться с людьми. Отзывались пациенты очень хорошо, порядок везде был образцовый, и первоначально, могу сразу сказать, мы приехали без предупреждения. То есть о том, что будет этот вечерний обход, ну, узнали буквально, наверное, практически тогда, когда мы уже въезжали в город.